Try to see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Всем привет! И в сегодняшнем видео я попытаюсь остановить поезд. Опять, как вы знаете, у меня был второй час, как остановить поезд. И это видео очень многих понравилось, и я решил сделать третий час. А для этого мне нужен будет мод. С помощью мода я смогу остановить поезд. Как вы знаете, у меня был мод атомной бомбы. С этим мод посмотрим, можно ли взорвать поезд или нет. А для этого у меня есть план, как я буду взорвать поезд. Для начала я приеду тут, чтобы взорвать поезд. И тут поставлю бомбу. Знаете почему? Потому что бомбу надо ждать 1 минуту. За 1 минуту поезд уедет. Поэтому я тут поставлю сразу бомбу и посмотрим. Вот наш поезд. Для начала я убью этого водителя поезда, чтобы он не смог никуда уехать. И давайте поднимем наверх, чтобы было видно лучше. Ух ты, Соджи, началось взорваться бомбу. Да ладно, что тут случилось? Эх, ребята. Все-таки поезд я не смог взорваться. Вот видите, я все правильно сделал. Поставил бомбу, остановил поезд, и поезд не взорвался. Ребята, обязательно будет час четвертый. Как же все-таки остановить этот поезд? Если у вас есть мысль остановить этот поезд, идеи какой-то, ребята, не забываем, комментируйте мне, напишите мне комментарии, как мне остановить этот поезд, хотя бы там что-то сделать, или там какой-то мод скачать, чтобы я смог остановить. Ну, ребята, вот такой ролик сегодня получился. Если вам понравился ролик, не забываем ставить лайк и подписаться.